В США любители острых ощущений едва не поплатились жизнью ради удачных видеокадров. Вместо того, чтобы укрыться от стихии, охотники за торнадо, как они себя сами называют, приблизились вплотную к воронке и оказались в ловушке. От гибели их спас специальный бронированный внедорожник весом в 6 тонн. В центре торнадо скорость ветра была почти 80 метров в секунду. Мощный воздушный поток распахнул одну из дверей и люк, однако это не помешало съемке. Все происходило в штате Канзас, том самом, откуда ураган унес девочку Элли вместе с домом в волшебную страну. Экстремалам повезло больше, их машина устояла.